Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки. Все в балясинах, балкончиках и башенках. Главный штаб революции, городская дума, было убрано красными флагами. Кумачевые полосы обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на мерзлой мостовой стояли 4 серые пушки на высоких колесах. На крыльце сидели, согнувшись, пулеметчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народа глядели с веселой жутью на красные флаги, на пыльно-черные окна думы. Когда на балкончике над крыльцом появлялась маленькая возбужденная фигурка и, взмахивая руками, что-то беззвучно кричала, в толпе поднималось радостное рычание. Наглядевшись на флаги и пушки, народ уходил по изъеденному оттепелью грязному снегу через глубокие арки Иверской на Красную площадь, где у Спасских и у Никольских ворот восставшие воинские части вели переговоры с выборными от запасного полка, сидевшего затворившись в Кремле. Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу Думы. От Тверской по всей площади, все усиливаясь, шел крик. «Товарищи, посторонитесь! Товарищи, соблюдайте законность!» — раздались молодые взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу Думы, размахивая винтовками 4 гимназиста и хорошенькая растрепанная барышня с саблей в руке. Они вели арестованных 10 человек городовых, огромного роста, усатых, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Впереди шел пристав, без фуражки, на сизобритой голове его у виска чернела запекшаяся кровь. Рыжими яркими глазами он торопливо перебегал по ухмыляющимся лицам толпы. Погоны на пальто его были сорваны с мясом. «Дождались, соколики», — говорили в толпе. «Пошутили над нами, Будя! Поцарствовали, племя проклятое, фараоны! Схватить их и зачать мучить! Ребята, наваливайся!» «Товарищи, товарищи, пропустите, соблюдайте революционный порядок!» Сорванными голосами кричали гимназисты. Сбежали, подталкивая городовых, на крыльцо Думы и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их Катя, Даша и Телегин.